Вот этот сорт называется «Седой ветеран». Запах, конечно, потрясающий. Какие можжевельники красивые поразрастались. Скоро яблоню догонит. Там что-то есть. Хочу показать вам лозу винограда. Еле-еле ее, и то не могу. И, наверное, около 40 лет. Да. Какая старая лоза. И вот так вот этот виноград идет на арку. Да. Абсолютно. Это другой сорт винограда. Да. И другая арка. Там можжевельник молодой. Картошка старше. А цей кустик отличається. На пару років я його раніше посадив, мама посадила, а це пізніше. Хоча тут сніг вон веточку обламав. Вона жовтіє. Ну що, любить поливати його. Не будеш поливати, він не такий розкошний. Мені нравится, допустим, растение. Мне а запах який, затронешь его? Мне нравится, что он вечно зеленый. В любую, даже зимой приезжаешь. Понюхай руки. Класс. Какой запах. Пихтой пахнет. Пихтой, да. Невесты стоят. Красотища. А це я мамі кажу. Як є рай десь, таке, то це от він. Більше його немає. Ні одної планети не відкрили такої, як Земля. А вона ж малюсінька, по соотношенню космосу це навіть піщинкою не можна назвати планету. Всього 44 тисячі кілометрів в діаметрі. Можеш собі уявити? А космос треба летіти мільйони років, щоб долетіти до якоїсь другої галактики. Запах який. Грецкий орех как дуб, крона. Крона, да. Крона в нього мощніша, в нього корні дуже мощні. Ну, те невесты вообще, ну красотульки. Да. Косики такие крупные. Какие шапки цветов. Пионы белые с розовинкой. Один недолік у них, что це вони так быстро. Разрастаются? Нет. А, перецветают. Перецвели, чекнули. Как говорит Светочка с Америки. Цветения вечного не бывает. Кипарис в углу. Я не знаю, как этот сорт называется. Кто может знает, подскажите, напишите. Это премудрейшая из мудрейших. Живет охранник сада. Это папа стриг самшит в форме изгороди. И потом будем дальше стричь. Это только начало. Он должен быть пушистым-пушистым. Чтобы не было никаких зазоров и пробелов. Да, там все затянуто.